Мы крутые металлисты. Вот, я одеваю спортивную форму и готов к перекуру. Да. Но перед перекуром... Красных... Обязательно. В тапотульках обязательно. Надо рассказать анекдот. Давайте. Приходит еврей к раввину и говорит: «Ребе, мне сегодня приснился непонятный мне сон. Я вижу во сне ребенка, я слышу, как ребенок просит: папа, купи шоколадку. И я смотрю немножко дальше и вижу презерватив. Ребе, что это значит?» А ему Ребе отвечает, говорит: «Купи ребенку шоколадку, гондон». Вот такие вот у нас анекдоты.